Школьная волейбольная лига – один из главных юношеских турниров Рязанской области. Именно здесь находят будущих звездочек, именно здесь можно по-настоящему оценить свои силы и понять, почему в сборной области берут кого-то другого. Традиционных фаворитов турнира два – школа номер 65 и команда города Скопина. В прошлом году состязаний не было, вмешалась пандемия, в этом бросить перчатку лидерам отважились девочки из Сапожка. Не хватило совсем чуть-чуть. Они лишь третьи. Неожиданностей никаких не было, но вырос уровень игры, и игры были достаточно напряженные на предварительном этапе. Скопинские девчонки в своем полуфинале с 19-й школой долго запрягали. Вначале не могли наладить прием, потом подачу, в итоге горели к середине первой партии 6 очков. Но потом собрались. И усилиями своей десятки дожали соперниц в концовке, а затем взяли и вторую партию. По большому счету мы и ожидали, что в финале будет 65-я школа и наша 4-я, потому что мы давно, во-первых, дружим. Во-вторых, у нас все игроки, члены сборной Рязанской области. По-моему, как бы все произошло так, как должно было произойти. Встреча закадычных друзей в финале – это такое внутреннее дерби. Последний раз скопинские девчонки своих соперниц обыграли, в этот не вышло. Чемпионки лиги – волейболистки 65-й школы. Но противостояние на этом явно не закончено. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».